выполнять разные движения, то есть разные сокращения. Зажимаю по основанию и начинаю отводить в разных направлениях, как она сокращается. Прожимаем каждый участок этой мышцы. Вот он у нас окраменничек защелкал, потому что зажатый. И вот таким образом мы прокачиваем человечка полностью. Смотрите, как у нас рука пошла легко. Здесь у нас идет клювовидная мышца. Зажимаем локоть, скручиваем его и раскрываем в одну и в другую сторону. Таким образом мы высвобождаем бицепс, трицепс, клювовидные мышцы и полностью все мышцы, которые связаны с лучевой костью. Во. Теперь шею сжимай. Делаем пир на мышцу, поднимающую лопатку, и ременную мышцу головы. Держи крепко. Хорошо. Держи крепко. Хорошо. Держи крепко. Хорошо. Опускай. Вот он. Он пришел.